смотришь. Красивая женщина, что тебе еще надо? Управлять такой огромной страной, как Россия, это, в общем-то, довольно-таки ответственно. Поэтому, я думаю, это мое личное мнение, что он здесь, в общем-то, выглядит серьезно, строго. Так и должен выглядеть президент. Печатать вообще человек очень сложно. Чуть-чуть даже больше желтого он будет гепатитный, чуть-чуть дальше больше красного он будет пьяницей. Поэтому нужно выдержать соотношение красок. Представитель издательства присутствовал на печати и смотрел, чтобы Медведев был похож сам на себя. Я думаю, что в связи с избранием нового президента этот процесс пошел уже. И я думаю, что в ближайшее время, наверное, подобных заказов будет много. Сейчас просто мы его, но она потом, наверное, Медведева будет рисовать.